Так, ребят, я тэпнулся. Что делать, что делать? Дубай тачки, все ждем. А что, надо перебить цену, типа, ребят? Что мне делать, я не понимаю? 24 сек, надо перебить. О, 30 миллионов. Хорош. Перебил. А, здорово, Паша, блядь. Паша делает вещи. Здорово, Паша. 50. Паша, я могу. Дайте мне хоть раз поучаствовать. Паша, ты угораешь. Паша, Паша. Бурила топ, бурила топ. Паша, ты много цен набивают, Паша. Сто. Я не могу. Паша, цен набивают. Паша, можно руку, Паша, можно руку. Паша, Паша. Это много, Паша. Ребят, ради прикола кинул 150 лямов, посмотри. Контейнер за 150 миллионов. Чё там? Давайте смотреть. Ты капец. Чё, у меня уже покупатель на 200 кака присутствует. Я поехал. И кто же? Паша, блядь, ну зря. Паша, здорово. Чё, он же видно? Ну вот, что за это? Так, так, так. Ну чё, ребята, эта тачка уйдет в историю. Это самая дорогая моя покупка будет. Так, давайте пробьем Интермена. Он думает, что он друг его. Ничего не писал. Думает, братуха. Еще человек. Чё, поедем на самой дорогой машине в истории моей? Чё, на 8 кака, да, стоит по ГОСу? Ну да, где-то. Паша, чё ты специально, что ли, по приколу ради Европы, что ли? Ну да, где-то. Ну не, я знал, что можно отойти, Паша, типа, избить, но, типа, а зачем заднюю давать? Ну, они ценник не называли. И этот контейнер обычно, ну, 20-25, ну, 30 максимум. Ну да, 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 так я... Не, я мог отойти, типа, но мне по барабану. То есть я эти бабки... А, что ты говоришь еще раз? То, что максимум 50, ну, там 30 миллионов дадут, все. За контейнер. Больше. Не, ну начали потом в прикол играть. Но я так понимаю, там Карина, если бы, например, за 50 или за 100 там кто-то еще там начал, она Феликс. Отбежала. Она, да, отбежала. Да, я это понял. Они прекрасно. Тебе так типа заскамили, походу, на бабки, понял? Так нет, так я это понимал прекрасно. Ну типа, нет, слушай, мне денег не жалко вообще, в принципе, потому что я сейчас сниму бонусовские, мне типа упадет столько же, если бы, ну, если не больше, там, грубо говоря. Я в этом, как, мне было бы жалко, да, и если бы я бы эти бабки слил бы кому-то, я их слил в систему, я знал, ну, что я делаю, поэтому мне пофиг. Ну да. Вот, и для меня это наоборот контент, что, и это хорошо, что мне выбилась стрёмная тачка по факту. Ну, как бы и жалко. Ради контента чисто. Как бы и жалко, блин, но как бы и пофиг, потому что, по сути, эта тачка, ну, она войдет в историю как самая моя дорогая и бесполезная покупка, слитая за 150 кака. Ну, ты ее потом разыгрывать будешь? Да чё ты узнал, да, кстати, ее можно разыграть будет, не жалко разыграть. Да, ну, прикинь, эксклюзивчик был. Самое, знаешь, ты самое дерьмовое, что я в жизни знаю эту Феррари, я как бы там смотрел их на сайте продаж, на сайте объявлений, никогда мне не нравился этот кузов, просто он такой бабский. Да. Просто вот тоже прикол, да, вот, например, там, ну, вот та же самая Карина, она там ставила 25 лямов, ну, 20 там. И чё, типа, она бы сейчас лоханулась, вот эту шляпу за 8 кака бы выбила. Да. Ты ё-моё. Да. А чё, бывают и Вейроны всякие, и Шейроны там, да? Да. Ну, которые 30 миллионов там. Ну, бывают эксклюзивы прям пипец, да, редкостные? Да. Блин, ну жалко, да, что не эксклюзивчик.
Люди у тебя спрашивают, как дела вообще? Что говоришь? Все нормально. Дела у тебя спрашивают, как нормально? Да, нормально. Да спать собирался. Я это вижу. Зато кабриолет, кстати, первая тачка у меня в автопарке, кабриолет. Да. Следующий контейнер когда выпадет? А, утром, днем и вечером. Сейчас время спустится. Понятно. Так, а сколько она едет максимум? Мне интересно. 8, 12, 16, 20 на полигу. 12. Вот, блин. Слушай, ну это дерьмо на самом деле даже рулится. Он 300 едет. Это тачка без обновления. Красава. Не болейте. Спасибо. У него Феррари, кстати, поинтереснее по чеку. Это по прикольнее будет. У Земикса-то? Да, он сзади. Она в реальной жизни стоит минимум полтос, 50 лямов. А, Стой. Не, вот это стоит, как у Земикса в реале, сейчас скажу сколько. 25 где-то, по-моему, где-то так. Это я перепутал со старой версией, вот старая версия очень ценится. Ты заплатил там за дом, за гараж? Ну поеду дальше, заплачу. Да я вроде платил где-то недельку назад. Я сейчас по ГОСу этот солью. Пару триллиончиков мне прилетит на карман. ГОС? Ну этот гараж не нужен. Ну вот это вот база. Да мне по факту как бы и деньги не нужны. То есть куда, ну зачем они мне нужны вот так вот если? А что, зачем дом-то продавать? Может вдруг мы типа, не, дом да вот поэтому я его, ну, и не сдаю в ГОС. Как бы, ну зачем? Да. То, что ФСБ если откроют, я хочу, там ФСБ наш душ. Там ФСБ разместят? Не, я просто говорю, типа, если ФСБ вдруг откроют, я их хочу душить. Либо в Нацгвардии, либо... А, ну да-да-да, это как запасная. Запасная лачуга. Так, я забыл, где там... А, все, я поехал. Это да, ребята, эта покупка войдет в историю. На самом деле, я не сразу понял, что когда ты отходишь, ставку сбивают. Я это понял тогда, когда Армен начал говорить мне на стриме, отходи, отходи, отходи. Я это слышал, но я специально этого не делал, потому что, ну, типа, зачем мне, типа, грубо говоря, там, быть фуфлом. И, типа, если ты уж поставил, то иди до конца. Типа такая тема. Вот. И я потом специально эти 103 миллиона перебил 150 миллионов, чтоб все охренели. Вот мне больше смущает. Он сзади вылетел. Во! Сейчас английский. У меня английский язык не работает. Вот это вот меня больше смущает. Я не могу ни лок, ничего вот это вот. Что за прикол? Английская раскладка отказала у меня. Придется перезаходить. Чё, пацаны, спасибо, что это оживили. Спасибо за микс. Я, если чё, лов, короче, у меня почему-то перестала английская раскладка работать. Просто я себя бы так же, ну, реанимировал. Я сейчас заметил, у меня тупо английские буквы не работают. Не могу перейти на раскладку.
Че, Димус заедет? Подождешь, нет его? Че говоришь? Заходит? Дима сюда едет. Дима едет. А, да, да тэпни его сюда, че? Вон он едет. А. Нет. Просто я бы тэпнул, у меня не работает раскладка. Он откинулся, сейчас подождите секунду. Здорово, Ром. Паша, ты что, тэп прям? Че говоришь? Я специально 105 миллионов поставил, чтобы ты не открыл. Я тебе там кричу, что это много, блин. Нет, нет, прикол какой, я же, ну, говорю то, что мне Дима еще начал говорить, когда я там, когда я сотку поставил, он начал, я же стрим у меня был включен его на фоне, и он начал мне говорить, Паша, уходи, отходи, типа, ну, чтобы эта ставка слетела. Ну, что я, да ну, они так... даже 50 бы не поставили, они бы ушли. Ну, хрен его знает, ну, за полтинник, ну, видишь, я не знаю, на самом деле, какие там ставки ставят. Может, кто-то и ставит полтинник в надежде на то, что какой-нибудь эксклюзивчик за 100 лямов, типа, выбиться. Но, видишь, я-то знал, что можно было отойти. И я специально 150 поставил и был готов, что сейчас шляпа какая-нибудь выбится. Вот, и с учетом, ну, с того, то, что эти бабки все равно уходят в систему. То есть мне их ни капельки не жалко, но зато это войдет в историю. То есть, и мне не жалко было, знаешь, что типа, если бы я отбежал, то есть, ну я считаю это фуфло. То есть я слышал, что Дима мне говорил, когда 100к было, он мне говорил, отходи, отходи, отходи. Вот. Ты на стриме был? Да, я же слышал, как ты мне это говорил. У меня стрим на фоне играл. Вот, ну потом на монтаже увидишь. Но я специально, я специально 150 бахнул, чтобы все охерели. Типа, мне больно. Да, это я уже понял. О, Паша, Паша, это ты, это ты? Да, здорово. Да не ты, ты какой-то дед, вон Паша красный. А напишите это, напишите это самое, свои имена. Пожми руку, пожалуйста. У меня на самом деле английская раскладка что-то перестала работать. То есть я ничего не могу сделать, надо перезаходить из игры. Ну и заодно, короче... Че у тебя по плану, Дим? Да, че по плану? Спать, наверное, скоро пойду уже. Я там по тачку перед ним могу. Мне еще просто это слово сразу. Ладно, чупацки, давайте, всем спокойной ночи, не унывайте. Паша, давай. Обмывайте мою покупку за 150 ккк. Вода? Блин, вода? Ну, слушай. Ладно, пацаны, давайте. Зато это войдет в историю. Стой.